все плотно, поэтому двигаемся вперед. За счет чего удалось вашей команде переломить? Как уже сказали, ребята были заряжены, самоотдача сумасшедшая была. Ну, по-другому здесь никак в Питере, против такой команды. Нужно выходить и биться с первой до последней минуты. Ну, Шумков очень мощно вышел, гол плюс пас. Ожидали такого врыва от него? Ну, Шумков, да, мощно. Мы всегда ждем от Максима. От Максима такой игры, и большое спасибо ему, что он сегодня отдался. Приложил максимум усилий и, по-моему, очень сильно помог команде. Вас не удивляет, что, несмотря на бойкот фана ID, сколько зрителей сегодня вас? Но, меня это не удивляет. Здесь нужно сказать спасибо болельщикам, что приходят, поддерживают. А у себя ощущается это сильно? Ну, да, по сравнению с матчами Кубка, ну, да, ощущается. Естественно, на Кубок приходит больше активных болельщиков, естественно. А по сравнению с чемпионатом, ну, я могу понять болельщиков. Илья, ну можно сказать, что этот матч в сезоне не Локомотив, если не лучше, то один из? Ну, если отталкиваться от соперника, это чемпион, естественно, это дорогого стоит, но нам нужно концентрироваться на каждом матче и отдаваться в каждой игре. Поэтому... О чем подумали, когда Киржаков пошел в штрафную на стандарте? Не было мысли о том, что... Ну, это футбол. Если бы Миша добрался бы, конечно, это были проблемы, но, слава богу, до него мяч не дошел. Поэтому... Раз приехали в Петербург, может, скажете, почему вы не перешли в «Зенит» в свое время? Ну, потому что перешел в «Локомотив». «Локомотив» был более настойчив? Я, честно говоря, уже не помню, что было год назад, полгода назад. Поэтому я не готов даже над этим рассуждать, я вам честно говорю. Я уже не помню, как все складывалось. Не из-за того, что вы мальчика там обидели, балбой? Я думаю, нет. Думаю, нет. Мальчик был из Петербурга? Нет. Мальчик там хабар. Да. Илья, фактор Дзюба в этой игре. Каков он? Я думаю, это было видно со стороны. Артем максимально был мотивирован. До игры в раздевалке, на поле, и это была особенная игра для него, конечно. А что было в раздевалке? Максимальный заряд от Артема и партнера по команде.